И снова всем привет, с вами Техномакс Doom 3 Absolute HD. И вот куда вот ушел Битругер с сопровождающим. Ну, будем его преследовать. Так, возьмем дробовик. Эта штука, кажись, опускалась тоже. Взять плазмомет лучше взять, кстати. Давай. Нет? Тут эти места так похожи, блин, со всякими этими опускающимися платформами, что я аж вообще. Доберитесь до главного портала. Давайте разберемся. Мост уничтожили, ё-моё. Доступ разрешен. Откуда еще нарисовался он там? В шкафу, что ли, сидел? А тут вроде сидеть негде. Ага, Думга из первого Дума. Камера слежения 3, она не переключается. Доступ к телепорту. Зона открыта. Ну, это сюда. Помоги мне. А где? Блин. Сука, мост поломал. Помочь. Да, минус плазмогана, что он относительно неточный на дальней дистанции. У него первые выстрелы точные, а дальше уже начинается разброс. Помочь так, помочь этому призраку у этих почистить, что ли? Уродов всяких, это мы запросто, это мы быстро. Так, не отражаемся опять. Ну, Битругер тупо сваливает. Сколько у вас тут козлов-то? Затрахивать пришел сбивать. Планшет вижу. Фрэнк Серана. Что я так расслабился, что у меня уже звездюлей навешали. Так, Фрэнк Серана сейчас почитаем. Кстати, хранилище еще есть. И платформа телепорта. Четвертая. Там точно не было никого. Фрэнк Серана, личная аудиозапись. Личная запись доктора Фрэнка Серана.
19 сентября 2145 года. Я все время думаю над идеей Бетругера о том, чтобы долгое время держать телепортеры открытыми. Сейчас у наших систем хватает энергии только чтобы открыть портал на 10-15 секунд. Техники с завода N-Pro говорят, что теоретически мы вполне способны удерживать портал открытым до 45 секунд. Но для этого понадобится отвод энергии от вычислительного центра. Так что придется искать другой способ. Если обесточить ВЦ, кто будет делать нам расчеты? Энергопотребление у этой системы просто потрясающее. Мы полностью выкачиваем энергию из трех каналов N-Pro только для питания первой камеры. Не представляю, как мы сможем открыть портал дольше, чем на 60 секунд, если не перестроить систему энергоснабжения телепортеров. Доктор Фрэнк Сирано. На сегодня все. Калькуляторами, блядь, считайте. Вычислительный центр им там расчеты делают. По старинке, на счетах, блядь. Так, управление Дельта, требуется медпомощь. Так, уважаемый доктор Сирано, в последнее время члены научных групп Дельты стали часто страдать от приступов иррационального поведения и бессонницы. Сами они полагают, что это непосредственно связано с последней серией экспериментов по телепортации. Пожалуйста, немедленно явитесь на уровень 3 лаборатории Дельта и окажите необходимую помощь. Спасибо. Управление Дельта, запрос на выделение персонала. Уважаемый доктор Сирано, мы пока что не можем удовлетворить ваш запрос на увеличение численности медицинского персонала на уровне 3 лаборатории Дельта. Как вам известно, медицинский персонал в последние 2 недели испытывает серьезные трудности с личным составом и не может принять на себя дополнительную нагрузку. Вы можете воспользоваться дополнительными аптечками, которые находятся в комнате D3-1 напротив нижних терминалов, код доступа к шкафу 317-841, управление Дельта. Шкаф 317, код 841. Вот никогда не понимал, делают вот текстуру, да? Вроде бы нормально, потолка, всего там пола, хрен бы с ним, там небольшое мыльцо. Но какого черта текстуры надписи делать таким мылом? Ну можно ж было постараться, елки-палки. Журналы, вот мелочи... Некоторые лучше делать качественно. Убить его! Ай! А, опять ай бежит. Свинца сожри, блядь. Душу он сожрать хочет. Не влезет, лопнешь. Блин. Жаль, у них прицел не сбивается, когда по ним попадаешь. Тут сейчас что-то может быть. КПК. Пожалуй, записаться стоит. Хань Ли. Дезинфекция ожидания. Запустите дезинфекцию для прохода в закрытый сектор. Автоперезапуск после дезинфекции. Дезинфекционная камера готова к работе. Поместите испытуемую в камеру для химической дезинфекции. Давайте почитаем, что там Хань Ли написал. Охрана Дельта. Информация. Хань, после инцидента на прошлой неделе охрана комплекса Дельта поместит дополнительные материалы на случай ЧП в шкафчиках 386 и 387 после первой телепортационной камеры. Как только материалы будут помещены в шкаф, мы изменим код доступа на 836. Спасибо за внимание, Томас Полена, охрана комплекса Дельта, секретарь. Личные данные, отчет экспедиционной группы. Хань Ли, младший офис-менеджер. Запись от 16 октября 2145 года. Почему мне всегда достается самая мерзкая работа? Первый взвод военных и первая команда ученых сегодня отправились во вторую экспедицию. Их всех уничтожили. А мне приходится оформлять все отчеты и писать письма родственникам на землю. Вот и сижу. Первая чашка кофе за день, 5 часов сна прошлой ночью, никакого душа, и надо заполнить бумаги на 20 покойников. Сам я трупов не видел, но ходят слухи, что их здорово искромсали.
На базе все как на иголках. Никто не может найти Бетругера, все задают вопросы, но никто на них не отвечает. Последнее, что я слышал, новая экспедиция пойдет с этими новыми БФГ. Похоже, начальство здорово напугано, раз выделяет такое оружие. Ну вот он сейчас описал просто обычный офис. Все как на иголках, все не досыпают, блин. Помыться некогда и так далее. Пропажа БФГ. Хань Ли, младший офис-менеджер. Запись от 20 октября 2145 года. Я думал, хуже уже не будет. Я ошибся. Ученые из Дельты послали сквозь портал очередную партию исследователей. В назначенное время группа не вернулась. По радио никто не отвечает. Системы слежения никого не видят. Боюсь, они мертвы. Да что там люди? Потеря наших ведущих технологий — это еще страшнее. Команда была вооружена новейшим оружием — БФГ. Мы боимся, что оружие попало в руки убийц. Мы не знаем, кто или что находится за этим порталом, но пока не узнаем, куда делось оружие, предлагаю прекратить эксплуатацию портала. Спасибо. Конец записи. А я вот, кажется, догадываюсь, куда оно могло деться. Ну да ладно. И нет, это я имел в виду не себя, когда мы стырили этот БФГ. Они же за порталом его потеряли. А за порталом БФГ мог только кибердемон присвоить. Хотя он с ракетницей обычно шарахается. Вот тебе и ай, блядь. Двойной ай. Лаборатория Дельта закрыта. Дезинфекция начата. Ракет в вагон, блин. Надо попользоваться. Целых 40 штук. Всего доброго. И вам не хворать. Угу. Блин, и опять сам себя подвел ракетницей этой. Дезинфекция начата. Не то здесь место, чтобы ракетницей пользоваться, слишком мало пространства. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Да и тут места немного. Ась? Опять нам кто-то что-то переел. Будущее здесь, марсианские дельта-лаборатории. Объединенная аэрокосмическая корпорация. Шкафчики возле телепорта. А я, кстати, стоп. Я, кажется, помню код и так. Это 841. Нет. Это от другого шкафчика. Это от шкафчика на складе. А тут был шкафчик 836. Вот. И тут то же самое. Сохранимся. Ну вот, в принципе, вот эта табличка достаточно четкая. Внимание, требуется халат лабораторный. Шустро обосраться прям. Где тут? А. Надо точнее целиться. Ух ты, нихера себе. Тут оптику сделали. Или она была? Не, я оптики решительно не помню, кстати. Может, это все-таки в моде? Как бы я в курсе, что прицел на некотором оружии есть.
Ну, кстати, сделали реально прицел от самого оружия. Раньше просто камера вот так приближалась, и все, а оружие не это. Не переходило в прицеливание от первого лица. Нифига себе. Какие подробности выясняются. Ну, здесь не работает, и на пулемете не работает. И на БФГ не работает. Хе-хе, нормально. Правда, тут очень херовое ночное видение, через которое ни черта не видно. Так, это платформа телепорта. То, видимо, вторая платформа. А, пункт назначения на станции контроля 1. Локальная сеть Марса. Запросить разрешение на доступ к станции управления. Разрешение получено. Поиск площадок. Сканирование. Выберите точку телепортации. Так, ну-ка фонарь убрать пока. Станция контроля 1, станция телепорта. Это что за... Выбрана первая площадка. А, платформа 1, платформа 2, балкон. Выбрана вторая площадка. Балкон. Ну, идем на балкон. Прибыли на балкон, это над телепортом. Дезинфекция начата. Да, правильно. Дезинфекция закончена. Всякие скелетские останки на мне вот висели. Сейчас что-то... Мое терпение скоро истощится. А мозги, видимо, уже истощены. Хранилище 032. Жаль, так гранатами здесь пользоваться неудобно, очень долго. Так, это плазма. Я уже особо и не уклоняюсь, так, потому что особо и некуда, и незачем. Так как тут урон сломанный. И откуда это прилетел? Ты так это не надо. Закрыто. Оглянись вокруг, солдат. Все мертвы, и скоро ты тоже умрешь.
такой, кстати, довольно громкий у него здесь голос был. Почему весь перевод и всю озвучку так нельзя было сделать? Ну, в то время, наверное, когда игра вышла, просто к этому делу подходили гораздо менее серьезно, чем сейчас. Перевод есть, и на том спасибо. Тут открыто, станция охраны, там закрыто, вход в камеру 2. Открыть зону. Доступ разрешен. Да ну-ка нахер. Вот мудак. Нихера себе, какой живучий, блядь. И, кстати, это еще одно доказательство того, что игра идет на ветеране, а не живучий, уж и писец. Хотя сами сносят, в общем-то, ну не так много. Некоторые из противников. Чё-то это, видимо, завязано на моде самом. Так, ну зону открыли. Идем. Я, блин, нормально ракетницей воспользуюсь наконец-то или нет? Кому-то попало. Не достал. Текущие стены. Черепа всякие огромные. Опять же. Дверь с динамической текстурой тоже. Где это сейчас все, блин? В том смысле, что сейчас такого почти не делают. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот мне сейчас тоже смешно было. С ракетницей покидать чуть-чуть. Классическая схема. Запускаем, закрываем, натравливаем всяких тварей. Это уже привычно. Это, кстати, очень похоже на вычислительный центр. Ни хрена себе тут у них тепловыделение у системников, если они их сразу в охлаждающей жидкости содержат. Лежа голой задницей. Не, ну вы представляете, он выдерживает ракетницу под ноги, а потом еще и шотган в упор после этого. И только на втором выстреле он умер. Охренеть. У меня много ракет. Главное сохраняться вовремя. А тут не вылезти.
Блин, прикольное место вот тоже. Такое, переходы, коридоры вентиляционные. Либо технические каналы. Кто-то пробежал над головой всего лишь. Ничего страшного. Вынырнул, блядь. Такой, здрасте, блядь. Из пола. Как суслик. Хуман, блин. Ну, еще ракета. Запустить дезинфекцию. Внимание, отказ дезинфекционной камеры. В смысле отказ, блин? Я тебе не предложение делаю, твою мать. А ну запускайся. Отказ. Угу. Бочечки. Чё? На каком-то языке? Ну давай. Вытаскивай кого-то там на этот раз, портанёшь. Никого? Даже удивительно. Я уж думал, тут больше стоят. Неспроста. Ну, почти. В идеале нужно было его сюда запустить, чтобы он обошел, бочками взорвать. Ну, зачем такие сложности? Ни хера себе такая ракетная дуэль. Ну вас нафиг с вашими ракетными дуэлями, пойду прям лечиться опять. Мне вообще ракетницей пользоваться нельзя. Что с той стороны, кстати? А, да-да-да, есть такое дело. Тут сейчас импы будут. Как минимум один. Боеприпасы кое-какие. Всякая фигня. В принципе, ничего. Пойдем телепортироваться. Это, кстати, можно было отсюда слезть по лестнице. Что я в обход поперся. Следующий пункт назначения. Поиск площадок. Сейчас добавится еще площадка. Выберите точку телепортации. Блин, так засвечено все, что я нихера не вижу. Станция телепорта 2. Станция контроля 2. Выбрана первая площадка. Первая площадка. Выбрана вторая площадка. Выбрана третья площадка. Склад. Третья площадка — это склад. Хорошо, тогда на склад сгоняем. Это, кстати, тот самый запертый склад. Запертый изнутри. А вот тут он открывается. Или нет? Нет, это другой склад.
кто светом балуется. Ох, я там кому-то сейчас пробки-то поменяю. Такие балаболы. И не нападают, главное. Больно, да? А вот тут нормально. Тут ракетница в самый раз. Так, быстренько бежать к выходу дальше. А, не успел прыгнуть, скотина волосатая. А вот то самое место. Хе-хе-хе-хе, бля, как смешно. Взял мост, оплавил. Погремуха, блин. Гранатки. Хоть где-то пригодились по прямому назначению. Станция охраны и какой-то технический коридор. Я нафиг, пожалуй. А тут закрыто. И тут закрыто. Ну, значит, путь только один. Что-то там красненькое белеется. Ну, никого нет пока что. Дезинфекционная камера готова к работе. Вот. Давай следующего противника. Только он сюда слезть не сможет. У-ку, ты где там? Так, что-то пошло не так. Алло, где ты там, дятел? Блин. Блин, взял, ушел скелет. Ты куда ушел? Я поражаюсь разнице в их хпшках. У них здоровье абсолютно разное. Просто нереально разное, блин. Так, а здесь дезинфекционная камера. А как сюда-то попадать? Хороший, блин, вопрос. Почему оно закрыто? Общий доступ. Закрыт. Я уже не помню этих мелочей, блин. Дезинфекция начата.
Давай, дезинфицируй меня полностью. Отказ основной системы. Опять система отказ. Система отключена. Резервные системы включены. Чё ж ты такая мнительная, блин? То готово, то отказ. Остановить его! О, остановить, бля. А он в телепорт пошел, козел. Точнее, он туда уже ушел. Ремонтники, срочно подойдите в третью камеру. Сейчас подойдем. Скотина прыгнула. Так, пора с ракетницей завязывать, а то здоровье закончится. Пункт назначения — платформа 4, коридор. Платформа 1 — выход, платформа 2 — охрана. Выбрана четвертая площадка. И похоже, это была не та площадка, возможно. Или та. А, вот он, закрытый, блин, который был. Все, я вспомнил. 841. О, это был он самый закрытый склад. А это куда? А, это опять перед мостом, то есть... Типа не сюда портанулся, да? Ну офигенно. Попробуй, блин. Разбери у них, куда портоваться. Кстати, в охрану это вот сюда, по-моему, портануться можно. Благо рядом. Так, охрана. Выбрана вторая площадка. Да, это оно. И тут есть КПК Мартин Шульц. Кстати, плазмомет уже полный. Фрэнк Сирано. Телепортация. Мартин, энергии наших систем достаточно только для того, чтобы открыть порталы примерно на 10-15 секунд. Этого хватает, чтобы пропустить через порталы группу исследователей, но не для того, чтобы переправить громоздкое оборудование. У тебя нет никаких идей по поводу того, как мы могли бы направить в конвертеры дополнительную энергию от стабилизаторов? Я думаю, если увеличить поле на 13%, мы сможем достигнуть полной силы перемещения и открыть портал на больший срок. Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо, Фрэнк Сирано. Или Сирано. Личная аудиозапись. Кстати, это врач Мартин Шульц. Доктор Мартин Шульц, 7 августа 2145 года. Необходимо изменить процедуру работы телепортеров, чтобы быть уверенными, что система не включится, пока не будут правильно установлены все телепортационные маяки. Сегодня в первой камере произошел несчастный случай. Погибла Сьюзен, наша любимая лабораторная обезьянка. Она прыгнула на платформу во время настройки. Произошло короткое замыкание, система включилась. И Сьюзан разрезала пополам. Верхняя часть ее тела появилась в точке выброса, а нижние конечности остались на платформе. Не понимаю, как подобная проблема не возникла раньше. Похоже, что оборудование сговорилось против нас и отказывается работать. Битрогер, по-моему, вообще не спит. Он проводит в лабораториях по 16 часов в сутки, пытаясь разобраться с навалившимися проблемами. Чего он добивается? Чтобы все остальные на его фоне выглядели бездельниками? Тем не менее, работу придется прервать на несколько дней. Будем проверять и перепроверять журналы наблюдений, пока не выясним, что же в этой серии испытаний пошло не так.
Доктор Мартин Шульц, отчет закончил. Надеюсь, в следующий раз новости будут получше. Ну да. Нифига себе. Не, ну тоже, как можно так говорить, что Бетрюгер работал очень много, чтобы остальные казались лентяями. Но это абсолютно глупое предположение. Просто он, скорее всего, относится к такому типу людей, как трудоголик. Вот и все. Какой бы он сволочью не был, но он же не зря, наверное, возглавлял здесь все. Платформа 1. Выбрана выход. Первая площадка. А вот. Сойдешь вперед, солдат? Да. Мой путь никуда не приведет. Я соберу твою душу. Хоть бы пластинку бы сменил, что ли. А тут пока что закрыто. Причем все. Вот мы и добрались. Покинуть Дельта-Сектор 3. Место назначения Дельта-Сектор 4. Тут находится... Ты никогда не найдешь то, что ищешь. Оно навеки прибудет в аду. Поржать забыл. Сдохни, сдохни. Либо смерть, страдания. Ну, короче, понятно, кто-то развлекался. Ну, не очень настенная живопись. Так вот, это лаборатория Дельта Сектор 4. И тут находится платформа телепорта третьего поколения. И все места телепортации отсюда строго засекречены. И куда они засекречены, будем в следующий раз выяснять. А с вами был Техномакс, это был Doom 3 Absolute HD. И всем до новых встреч, пока.